я напомню, что улица Интеркультурная в этом году ремонтируется как минимум на 3 участках. Это самая длинная улица города Мелитополя. Она уже отремонтирована полностью на участке от улицы Александра Невского до проспекта Богдана Хмельницкого на сегодняшний день. Движение уже открыто. В ближайшее время мы полностью откроем движение на промежутке от профинтерна до улицы Александра Невского. А что касается промежутка от Богдана Хмельницкого до улицы Воинов-Интернационалистов, на сегодняшний день активно ведутся работы. Мы уже провели замену канализационного коллектора на промежутке от магазина «Амстор» до проспекта Богдана Хмельницкого. Также в ближайшее время начнутся работы по перекладке канализационного коллектора в районе бывшего завода «Продмаш». После этого также будет восстановлено дорожное покрытие. Я напомню, что данные средства в размере 12 миллионов гривен были выделены из областного экологического фонда и проголосованы на сессии 12 декабря 2019 года. На сегодняшний день мы рассчитываем в течение 1,5 месяцев также завершить данные работы. Скажите, пожалуйста, там будет расширение, тротуар будет выполнен? Действительно, на промежутке от Амстора до пересечения с улицей Горького будет выполнено расширение, так как там достаточно узкая часть. Также будут выполнены дополнительные парковочные зоны. И также будут в некоторых частях выполнены тротуарные объекты.